Здравствуйте, ребята! Сегодняшнее наше занятие, кружок «Умелые ручки», посвящен произведению Чуковского Корнея «Доктор Айболит». Сейчас, ребята, давайте встретим настоящего доктора Айболита. К нам пожаловал сам доктор Айболит. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Как дела? Не болеете? На здоровье не жалуетесь? Хорошо. Да. Сегодня у нас урок из произведений Чуковского и Зайчика. Сейчас урок начнем. Все приготовились? Хорошо. Сейчас начнем.